Всем доброго времени суток. Сегодня у нас тема «Мощный регулятор постоянного тока». С помощью переменного резистора плавно регулируем постоянный ток. Напряжение при регулировке резистора остается неизмененным. Ознакомимся некоторые моменты. Эта стрелка указывает вход. Сюда мы подаем от 12 до 15 вольт. Это выход. Сюда подключается нагрузка. Здесь можно добавлять транзисторы, и чем больше транзисторов, тем мощную нагрузку выдержит этот регулятор. Мы проводили испытания. На вход подключили аккумулятор 12 вольт и 100 ампер час, а на выходе подключили автомобильную лампочку на 12 вольт. Путем вращения переменного резистора можно добиться необходимой яркости лампочки. Микросхема, которая управляет транзисторами, то открывает, то закрывает затвор. Это стабилизатор напряжения на 5 вольт, необходим для питания микросхемы. Принципиальная схема. Я собирал по такой схеме, он более устойчивый. Сейчас подключим автомобильную лампочку на 12 вольт и смотрим, плавно регулируем яркость. На вход вместо аккумулятора подключили лабораторный блок питания. Не забудьте подписаться. Регулируем постоянный ток. Как мы видим, яркость увеличивается. Регулятор тока работает отлично. На этом мое видео завершается. А я с вами прощаюсь.